Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами Лариса на канале «Дивная птица». Петя, ну прекращай орать. Прекращай, Петя. Не дает. Отсоединила петуха с мараншами. С мараншами. И кривоклювика сюда к ним. Повесила дверь. Чего вы там столпились? Сейчас мы посмотрим, что они там делают. Красоты эти. Что тут такое? Яйцо у вас тут. Яйцо. Маранины снесли. Красотки мои. Ну не деритесь. Не деритесь, мои красоточки. Яичко. Яичко маранье. Ну... И кривоклювика здесь оставила. Она белая несет. С Петькой. Вот. Да, начались. Начинается у нас. Мы нестись начинаем. Хохолочки. Вот прибавился хохолочек. Какой стал покрупнее. Это были совсем маленькие гребешки. А теперь гребешок. Не так выразилась, не хохолочек, гребешочки красненькие. Занесутся все. Левинская вон тоже в гнезде крутится. Чернуха несется в корзинке, я вам показывала. Внизу. Внизу. Левинская наверху. Видите? Наверху. Сегодня утром яйцо забирала. Наверху в корзиночке было. Красота. Чернуха вчера снеслась, значит, сегодня не будет. Этим ставлю корзинку здесь, внизу. Мне, в принципе, это пищевое яйцо. Так, барневельдеры два. Так, ну, красотки мои. Два яичка. Барневельдеры. Маленькие. Это, наверное, эти. Это молодки снесли. Совсем маленькие. Ну, в конце видео я вам взвешу. Взвешу яйцо. Ну, мелкие, мелкие. Видите, какие бочоночки. Барневельдеры. Молодцы. Ливинские одно яйцо было. С утра. Я пришла чистить, уже в корзинке было яйцо. Вон она еще одна лазит там. Это значит молодушки, молодушки. Две молодки. Они должны занестись. А вот одна молодка. И где же у нас вторая? А вон она, наверное, в красном. Вот, самая, вот это трясет головой. И вот это. Две молодки. У меня же здесь. Так что, красоточки мои. Начинают нестись. Эти тоже несутся. Эти тоже несутся. Пять штук. Я их оставила здесь. В проходе. Ну, не кричишь ты так. Петька. Оставила их в проходе. Ну, это пищевое яйцо, пусть здесь. Значит, вот такие вот яички. Сейчас мы взвесим. Я приду домой, взвешу вам и допишу видео. Сколько яички весом. Вот. Так что такие у нас новости. С каждым днем ждем полный. Я думаю, что в январе там есть заказы. Заказы будут выполнены. Начинается яйцекладка у девчонок. Отходите, дайте я ливинских сниму. Ну, Петька, красавец какой у меня. Да? Мне самой нравится. И чернушка тут моя, и чернушка моя тут. Вот такие курехи. Вот такие курехи большущие. Ливинские. И я же их уже держу второй год. С полной ответственностью могу заявить, что куры спокойные. Куры спокойные и несутся хорошо. Вы видите, что она делает? Она ко мне лезет. Ты ж наелась. У тебя зуб полный-полный лезет ко мне. Очень хорошая порода. Мне нравится. Я советую. Не пожалеете.
Не пожалеете. И яйценоскость хорошая у птички. Как заявляют, что птичка несется до 5 лет. И красота какая во дворе. Красота, просто красота. Ну, какие курюхи. Петя, Петя, спрятался Петя. Так что вот такие вот у нас новости в нашем хозяйстве. Ну, сейчас вам покажу еще на улице, какая у нас красота. Эти дни шел снег. А сейчас, ну, уходите, мои большухи, большухи, уходите. Все, дайте хозяйке пройти. А те там все выясняют отношения в ящике, видите? Ну, молодочки привыкают. Вот какая у нас здесь красота. Вот какая у нас здесь красота. Сегодня, все эти дни чистила, 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 чистила. А сейчас видите, что творится? Солнышко светит. Солнышко светит, все блестит. Просто красота неописуемая. Ночью было -20. Утром я вышла, к ним пришла в 9 часов. -20. Я сейчас к ним прихожу к 9. Веснушка. Веснушка моя надрывается. Слышит мой голос, вот и кричит. Вот на такой красоте мы с вами и попрощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень рада. Как обещала, взвешиваю вам яйцо. Барневельдера и молодки. Барневельдера куры, две молодочки снесли. И маран. Маран у меня все молодки, одна только. Сейчас мы покажем, сколько. Яичко барневельдера. 53. Еще меньше, наверное. 48. 48. И маран. 52. Молодки. Это 7-месячные куры. 7 месяцев им будет. Так что вот такой вес яйца.